Привет из Ирландии. Сегодня у нас 14 ноября. Погодка отличная. Солнышко. Травка зеленеет. Вот такая у нас тепличка тут есть. В этой тепличке цветочки. Цветочки тут выращивают. Разные цветочки. На зиму тут их выращивают. Точнее, их выращивают зимой, чтобы ветра, дожди не сдули. А по весне будут рассаживать по клумбам. А тут перчик такой тайский, вверх растет. Подсолнух. Привет из Слайга.